продлить жизнь разбитой пудры, высохшей туши для ресниц и каким средством уложить брови, если специального геля нет. Заглянем в косметичку за ответами на эти вопросы. Спасти любимые тени или компактную пудру, если они разбились, легко. Соберите кусочки теней или пудры или растолките их в порошок и сложите обратно в палетку. Добавьте 2-3 капли спирта, накройте пищевой пленку или придавите любым прессом, совпадающим по форме с вашей палеткой. Через час можно пользоваться снова. Если вы хоть раз роняли карандаш для губ, то наверняка замечали, после этого грифель начинает сильно ломаться. Но решить эту проблему легко. Просто положите карандаш на несколько часов в морозильную камеру, и после этого он снова станет пластичным. Если гель для укладки бровей закончился, его можно заменить другим подручным продуктом. Например, воском для волос. Можно нанести немного средства на кисть для бровей или нанести воск пальцем на бровь, а затем уложить волоски щеточкой. Следующий лайфхак позволит носить свой любимый аромат в течение целого дня. Для этого понадобится ваш любимый парфюм и косметический вазелин. Суть лайфхака заключается в том, что нужно нанести немного косметического вазелина на запястье и только затем нанести уже парфюм. Вам больше не придется носить с собой в сумочке флакон с парфюмом для того, чтобы обновлять аромат в течение всего дня. Высохшая тушь для ресниц не безнадежна. Просто опустите закрытый тюбик в горячую воду и оставьте на 5 минут. Данный способ подойдет только для туши, в состав которой входит парафин. Тушь без парафина можно обновить с помощью капель для глаз. Добавляем 2-3 капельки в тюбик и пользуемся.